Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами играем в Noob Simulator. Я, ребята, был про, а теперь я стал нубиком. Я, кстати, впервые сюда зашел и даже не знаю, что здесь нужно делать. Так что вот, погнали тыкать все подряд. Кстати, смотрите, вот мы нажимаем, и нам засчитываются скиллы. То есть это скилл, мы растем в скилле. Здесь у нас, смотрите, чуть такой прыгает. Чего? Голова чья-то? Мы ее подобрать не можем? Нет, ребят, подобрать не можем. Тут кристаллик. Пожалуйста, это мой кристаллик. Нет, ребят, я не успел его подобрать. Тут у нас топорик какой-то. Ну-ка, давайте мы сейчас с вами посмотрим, что это у нас такое. Получается, донат. Здесь донатить можно, да? Тут у нас получается просто донатить, что ли? Реально, ребят, тут смотрите, просто донат у нас. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас в магазинчике есть. Мы можем купить какой-нибудь, получается, контейнер. Смотрите, пэт-контейнер. И что-нибудь еще, смотрите, у нас VIP есть, геймпасы всякие разные. Ха, прикольненько. Давайте мы с вами купим, например, я даже не знаю, реберт один, что ли? Ну-ка, сколько он стоит будет? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, а почему не покупается? Плюс 100 кристаллам, ребята, это у нас 50 робуксов, да? Угу, все ясненько. Давайте мы посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, наверное, питомцы и все остальное. Так, а вот здесь у нас интересно что? Давайте посмотрим. Апгрейдить 50 коинов надо, чтобы апгрейдить. Окей, а что мы апгрейдили? А, теперь смотрите, мы больше зарабатываем средств. О, прикольно. Ну-ка, а теперь сколько апгрейд стоит? Апгрейд 250 коинов, серьезно? Только что был 50, теперь 250. Ну ладно, давайте мы тогда сейчас будем копить. Интересно, может быть, давайте задонатим все-таки. Возьмем 100 кристаллов за 50 коинов. Окей, берем, покупаем. И теперь давайте мы сейчас посмотрим. Давайте купим мы, наверное, комонку. Вот эту. Ну-ка, комонка сейчас нам какая-нибудь упадет. Шляпка, да, какая-нибудь? Ну-ка, давай что-нибудь прикольное, крутое. Ну-ка, давай, 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 на что-нибудь классном остановись. А, окей, окей, ладно. У нас теперь есть шляпка. Давайте мы шляпку оденем. Вот так вот. Интересно, что она нам будет давать. Мы ее одели же, да, уже получается? Да, ребят, мы ее одели. Вот с такой вот шляпки мы теперь. И теперь нам надо купить питомца, да? 50 стоит. Ну, погнали, давайте сейчас посмотрим. Ой, что-то какие-то питомцы странные. Нифига себе. Ладненько, прикольно они выглядят. Странные питомцы. Нам упала чикен. Прикольно. Давайте теперь ее оденем. Где она? О, вот, все, я ее экипировал? Нет. Стоп, она легендарка, серьезно? Ребят, я легендарку выбил? Это как? Вау, прикольненько. Ну-ка, теперь поскольку у нас будет... Вы посмотрите, у нас уже по 19 прибавляется. Жесть, а мы как-то бегаем, кстати, странно. Нет, вот все, нормально бегаем. Все, мы уже можем сделать апгрейд. Делаем апгрейд. 750 теперь коинов надо, ребят, до следующего апгрейда. Жесть, вот это, конечно, да, серьезненько. А вот здесь нужен реберт, да? А как делать реберт, я пока не в курсе. Тут у нас тоже, смотрите, 2,5 миллиона скилла надо. Здесь у нас 250 тысяч скилла, здесь 750 тысяч скилла. Окей. Так, давайте посмотрим вон там, что у нас. У меня пока очень мало скилла. И поэтому тут у нас, смотрите, 10 ребертов, тут 5 ребертов, 1 реберт. У нас вообще пока нету ребертов. Уже 1000 мы накопили. Кстати, интересно, сколько здесь максимум питомцев? У нас, смотрите, легендарная курочка. Прикольно то, что у нас легендарная курочка. А поскольку нам будет даваться? По 10. Кстати, можно было и не донатить. Можно было вот так вот подбирать эти кристаллики. Вон еще один кристаллик. Давай, сейчас подберем. Но, похоже, нет, я не успею к нему. Не успел я к нему, да. А вот здесь, ну-ка, давайте посмотрим, сколько у нас... Здесь VIP-зона вообще, геймпас нужен. О, ну ясненько все. Давайте тогда сейчас сделаем еще один апгрейд. Мистер апгрейд. О, нет, блин, подбирает мое все. Я хотел это подобрать. 2500 коинов нам надо, ребят, оказывается. У меня еще не накопилось. Вот, идем собирать... Получается, вот эти все кристаллики. Сейчас, кстати, попробуем еще одного питомца купить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кстати, все, 2500 мы сделали. И сейчас пойдем с вами сдавать и улучшать. Давайте мы сначала тогда купим питомца за 50. Вот, все, погнали. Комонка, но мне упала легендарка, ребят. Представляете, мне легендарочка упала. Ну-ка, а сейчас интересно, какая упадет. Ну-ка, чикен, снова чикен упал. Но, скорее всего, это не легендарка, а просто обычная комонка. Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Вот это у нас легендарка, а вот это у нас комонка, да, ребята. Мы ее, кстати, тоже экипировали, насколько я понял. Ну-ка, нет, ребят, здесь один питомец только экипируется, поэтому вот этого питомца будем экипировать. Да, да-да-да, ну-ка, вот, все, у нас один питомец. Давайте мы делаем апгрейд. Делаем апгрейд, и теперь, кстати, как посмотреть статистику, ребят? Непонятно, непонятно. Вот, смотрите, у меня скилл 20 тысяч всего лишь и 0 ребертов. Как сделать реберт, я вот даже не знаю. А вот, вот, ребят, смотрите, реберт. Нам нужен один вот такой вот кристаллик. А как его заработать, я не знаю, ребят. Что? Подождите-ка, поскольку? Поскольку мы сейчас делаем?
Не понял. По 38? По 38? Я уж думал по 300, ребят. Вы посмотрите, как мы быстро теперь прокачиваемся. 38, 38, 38, 38. Обалдеть. Нам надо теперь еще и собирать вот эти всякие кристаллики, чтобы купить, например, покруче какого-нибудь питомца. У нас, в принципе, сейчас легендарочка, но можно уже, наверное, приобрести какого-нибудь крутого. Кстати, смотрите, по 5 нам дается, оказывается, кристаллов. А я думаю, почему-то по 10. Ну, может быть, через раз как-то 10 иногда прокает. Но вот сейчас у меня показывает по 5. Хорошо, давайте посмотрим, сколько у нас стоит следующий апгрейд. Следующий апгрейд, наверное, стоит 5000, да? Ну-ка. Нет, 7,5, ребят. Ну, 7,5, в принципе, нам не так долго делать. О, кристаллик, здравствуйте. О, вот здесь что такое у нас? Сколько здесь надо? 50 тысяч, ребята. Здесь нужен 50 тысяч скилла. Так, давайте мы сейчас... О, подождите-ка, у меня уже 60 тысяч скилла. Ой-ой-ой, куда садишься? Погнали туда, в город. У меня уже 50 тысяч же. Ты что, я совсем забыл. Ну-ка, погнали в город. Вот. По сколько мы теперь здесь делаем? По 57. Вот это другой разговор, ребят. Вот это да, вот это другой разговорчик. Все, отличненько. Теперь можно, кстати, уже нам делать снова апгрейд. И сейчас мы вернемся, сделаем апгрейд. Со 100 тысяч, наверное, мне кажется, ребят, можно какую-нибудь другую локацию уже идти. Сейчас мы сделаем апгрейд. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И надо будет посмотреть следующий, сколько будет стоить. 20 тысяч следующий стоит апгрейд. Но мы как раз сейчас... О, смотрите, по 96 уже нам дается. Круто, да. Здесь у нас 2 миллиона. Тут у нас 250 тысяч, тут 750. Короче, 250 тысяч нам надо, чтобы сюда пройти. Но мы пока не можем, поэтому пойдем в город. В городе уже точно плюс соточку нам будут давать, ребята, к скиллу. Я уже популярный нуб, смотрите. У меня ранг стал популярный нуб. Прикольно. Ну-ка. По сколько дается? По сколько? По... Блин, не успеваю. По 140, ребят, дается. Хотя пишется, смотрите, я не успеваю. 1,4К показывает. Но на самом деле не 1,4К почему-то, а всего лишь 140. Ну окей, ладно, нам надо сейчас 20 тысяч накопить и сделать новый апгрейд. Кстати, ребят, мы уже все можем пройти в ту локацию. Вообще очень быстро сейчас уже все копится. Надо будет сейчас посмотреть, что там в той локации находится. Очень интересно. Ну что, ребят, делаем апгрейд. Оба, сколько там? 50 тысяч теперь надо. И теперь мы идем в другую локацию. Давайте посмотрим, сколько там будет буст. В той локации вот предыдущей было 1,5 икс. Сейчас посмотрим, сколько вот в этой локации. Вот, 250 надо к скиллу. Проходим. О, ребята, почти по 200 нам дается. И здесь кристалликов я почему-то не вижу. Да, кстати, почему-то не видно здесь кристалликов. Ну, похоже, их здесь нету. Я теперь супер нуб, ребят, смотрите. Супер нубик. Е-е-е. Кстати, подождите-ка, по сколько дается? По 300 дается. Тут x2, ребят. Подождите-ка, или не по 300, я не понимаю. 3,8 к плюс к скиллу. Но нам к скиллу, да, дается 3,8 к. А монеток дается поменьше, ребят. Монеток дается, да, поменьше немножко. Я не понимаю, сколько нам дается, конечно, в монетках. Примерно 200 получается. Примерно 200 дается к монеткам. Но прирост очень быстрый. И мы вообще очень быстро теперь прокачиваем. Смотрите, у меня теперь звание экстремальный нуб, экстрим нуб. Я теперь мастер нуб, ребят, у меня миллион к скиллу. Очень быстро теперь у меня прокачивается скилл. Сейчас 50 тысяч накопим, сделаем апгрейд. И еще круче, ребята, будет у нас прокачка идти. Ну что, 50 тысяч мы накопили, сейчас мы апгрейд делаем. Ну-ка, бау, 250 тысяч теперь нам надо до следующего апгрейда. Ну-ка, поскольку теперь нам дается? По 3,8. Ну, это здесь, ребята, уже дается по 3,8. Оп, кристаллик, конечно же, подбираем. Да, хорошо. И теперь можно нам пройти вот в эту локацию. Погнали, посмотрим, что там. Поскольку здесь теперь будет даваться? По 9 тысяч, серьезно, здесь x2,5, ребят. Ну-ка, а внизу что-нибудь есть интересное? Нет, тут можно просто спуститься и, я не знаю, поплавать, наверное. Но мы плавать не будем. Наша задача теперь, ребята, становиться самыми крутыми нубиками. Кстати, смотрите, там следующая локация вроде бы с 2,5 миллионов. У нас уже почти 2 миллиона. Это очень быстро и очень круто. Во, ребят, смотрите, у нас уже 2,5 миллиона. Погнали, посмотрим, что у нас здесь находится. Надеюсь, тут реберт не нужен. Да, здесь реберт не нужен. О, вулканическая какая-то. Ничего себе, тут кто-то, смотрите, не понял. Кто-то умер, просто взорвался. Ну-ка, что у нас тут наверху? Ой, тут вулканчик. Угу, зря на него встал, ребят. 11,5 тысяч нам дается там. Прикольно, да, реально прикольно. Так, 90 тысяч мы только накопили. Кстати, смотрите, здесь реберты, что ли, можно делать? Ну-ка, давайте мы сейчас сюда пройдем. 25 миллионов к скиллу надо, чтобы сделать реберт. О, не, у нас только нет пока, ребят. Мы еще недостаточно прокачаны, чтобы у нас только было. Мы вот сюда теперь идем. Мы будем здесь сейчас прокачивать свой скилл. 200 тысяч нам надо, чтобы сделать апгрейд.
Ну что, ребят, мы сделали 223 тысячи. Теперь мы сейчас сделаем апгрейд. Смотрите, у меня уже оверлорд нуб. Я вообще стал очень жестким нубиком каким-то. Ну-ка, делаем апгрейд. Интересно, миллион, наверное, да, надо будет? Ну-ка, апгрейд. Апгрейд. 250 тысяч, оказывается, надо. Блин, ребята, что-то я вообще лоханулся. Вот это я, конечно, лоханулся. Ну ладно, давайте мы даже идти не будем. Сейчас очень быстро у нас, смотрите, идет прибавка. 1,5 нам дается. Это очень-очень солидный результат, ребята. Ну, это к скиллу. У нас уже 6,5 миллионов почти будет скилла скоро. Вот, все, 250 тысяч мы накопили. И теперь встаем. Вот так вот. 500 тысяч надо будет. Там, кстати, локация уже для ребертов. Мы туда пока не сможем никак пройти. Тогда для нас максимально это вот это, ребята. Идем сюда. И здесь давайте посмотрим. Вот 23 нам дается. X3 здесь, кстати, да. Почему-то, кстати, должно даваться, наверное, по 30. Потому что у нас без буста просто дается по 11. А тут X3 и почему дается по 23к. По идее, должно даваться 30к. Ну ладно, как-то странно. Да, ребят, нам надо теперь 500 тысяч накопить. 500 тысяч, смотрите, у нас уже 8 миллионов. 8,3 миллиона. 8,5 уже. Сейчас будет уже 10 миллионов скоро. У меня теперь новое звание, ребят, за 10 миллионов. Нуб Кинг. Вот это я, конечно, жесткий. Я теперь... Король нубиков. Жестко, конечно, прокачался. Ну что, ребят, я думаю, на этом мы пока закончим это видео. Всем большущее спасибо за просмотр. Кому понравился этот симулятор, обязательно пишите об этом в комментарии, чтобы я продолжил в него играть. Всем, ребят, большущее спасибо. Пока-пока.